Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло в городском округе. Авария случилась в районе закусочной Тинкан. Дорогу не поделили внедорожник и грузовик. Теперь новенькому автомобилю класса люкс потребуется дорогостоящий ремонт. Все подробности далее. Столкновение дорогостоящего «Лексуса» и грузовика «Митсубиси Кантер» надолго запомнится всем очевидцам, которые находились в этот момент у Тинкана. Авария произошла около 11 часов утра. Водитель грузовика рассказал, он собирался завернуть к закусочной. Однако, как только стал притормаживать, то почувствовал сильный толчок вперед. И в результате внезапного ускорения груженный грузовик развернуло на 90 градусов. Когда же водитель грузовика вышел из кабины авто, то понял, что попал в аварию. В совершении маневра поворота произошел удар в заднюю и правую часть моего автомобиля. Вы вышли, что вы обнаружили? Обнаружил стоящую машину напротив, джип разбитый, и моя машина поврежденная была. Прибывшие к месту происшествия сотрудники ДПС сразу вынесли свой вердикт. Водитель «Лексуса» не обеспечил безопасную дистанцию до идущего впереди «Митсубиси Кантера», за что и был привлечен к административной ответственности со штрафом в размере 1500 рублей. Более того, после столкновения внедорожнику предстоит дорогостоящий ремонт.